Так, ну что, ребятишки, встреча двух каналов. Вот, уж извините за съемку на мобильный телефон. Встреча, это вот канал Макс Кирьянова. Это же он и есть. Вот. Ссылочка будет, наверное, внизу в этом, в описании на его канал. Вот. Сейчас мы прогулялись, идем уже в сторону метро. Станция геологическая. Да, идем по торговому центру Гринвич. Что находится недалеко от цирка. Да, вот. Так, сейчас мы немножко Макса с этой стороны обойдем. Вот. Ну, не знаю, наверное, видео получится коротеньким, сам понимаешь. Вот. Понятно. Поскольку только-только зарядила свой мобильный, а все как камеры оставила в отеле. Ну, может, еще завтра, Максимка, да, поснимаемся? Ну, ну. По чуть-чуть? Да. По чуть-чуть? Да. Вот. Так что как-то так. Ну, мы не прощаемся, встречаемся в станции метро Геологическая. Да. Так, ну что, мы спускаемся вниз по эскалатору с Максимкой. Да. Да, спускаемся вниз. Я передаю большой привет Роме Копелеву, Михалычу. Михалыч, возвращайся. Да, и Светику, и Роме Копелеву. Ну да, Роме я уже привет передал. Максу Ангаровичу привет. Давай, сходим. Макс, не побегай. А если что? Да. Обращаться к Максу, короче. Ну, писал, спускаемся, сразу метро геологическое. Да, она уж как бы. Так, еще тут ребятишки. Как бы тебе Макс известно. Ребятишки, вот сюда, и вот еще один эскалатор вниз. Вот, это мы спускались на одном, теперь второй. Пошел. Вот такой я и позвал лабиринт. Да, тут, кстати, слишком все заумно. Также передаю большой привет Борису Лебедеву чуть-чуть. Да, по прозвищу чуть-чуть. Также передаю большой привет Белкову Андрею Владимировичу. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Ну а также всем нашим подписчикам, кто нас знает. Да, подписывайтесь на наши каналы. Мой Алла Рапина, он так называется, Алла Рапина, на канал Максима Кирьянова, у него также... И канал, да, еще, ребят. У него, кстати, тоже канал называется, да, Максим Кирьянов. Еще подписывайтесь на канал Макс ТВ, то есть на канал моего друга Максима Ангаровича Шайгулина. То есть просто доберите виды Перми с трех высоток, и там будет... Кстати, вот такая красивая люстра, можно обратить внимание. Кстати, я так понимаю, что эта станция, наверное, одна из новых. Самая новая станция, это ботаническая, она там как бы самая последняя. Вот, если на нее попасть... Будет такое ощущение, как будто ты не в метро, а на пасеку попал. Ага. Только там пчел не хватает. Ну, видимо, вместо пчел поезда. Ну да. Екатеринбургского метро. Так, что может еще заснимем? Ну да. Уральскую, наверное, еще заснимем, покажем. Да, заснимем. Так что мы пока не прощаемся, увидимся.